Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников, скульпторов. Вот такое описание нашел к работе портрет пожилого мужчины в синем плаще. Египет, Фаюм, 1 век, дерево, инкаустика, 29 на 26. Фаюмские портреты создавались при жизни заказчика, а после его смерти в соответствии с древнегреческими традициями служили погребальными масками. Портрет пожилого мужчины в синем плаще отличается точностью воспроизведения облика модели, тщательной лепкой пластики лица. Он выполнен в технике энкаустики восковыми красками, тонко передающими светотеневые переходы. Композиция сохраняет принятый в античную эпоху мотив посмертного прощания. Лицо обращено к зрителю, торс развернут в три четверти. При этом пристальный взгляд персонажа устремлен словно из бесконечности. Образ отличает глубокий психологизм, свойственный произведениям, созданным на переломе эпох. Вот такое описание нашел к работе портрет пожилого мужчины в синем плаще. Египет, Фаюм, 1 век, дерево. Пока-пока, до свидания. Я пользовался данными из интернета и издания «Великие музеи мира».